Силамяя началось строительство тематического парка советской эпохи. Строительные работы планируют завершить к концу лета. Комментарий специалиста по связям с общественностью и гида Елены Антушевой. Так как в тематический парк, да, в эту программу тематического парка входит также изменение экспозиции на первом этаже, экспозиции, посвященной истории города Силамяя, то работы затронут и залы Силамяйского музея. Вот у жителей города есть, наверное, последняя возможность посетить залы в таком виде, в котором они есть сейчас, потому что все это будет убираться, на какое-то время эти залы будут ремонтироваться, и потом будет полностью меняться экспозиция. Единственное, что, может быть, не настолько изменится, это комната 50-х годов, потому что мы заинтересованы в сохранении этой атмосферы, предметы тоже останутся, но выглядит она будет немножечко по-другому, и мы очень надеемся, что удастся и с одной стороны сохранить эту атмосферу, а с другой стороны даже еще больше приблизить вот к тому времени эту комнату 50-х. Все детали я раскрывать не буду, потому что пусть это лучше будет потом уже сюрпризом. Вот. Зал истории Силамяя изменится, можно сказать, кардинально, потому что здесь уже будут применяться и современные какие-то средства для получения вот информации для посетителей музея, будут экраны, будут зоны, но тоже, конечно же, не будем рассказывать, как это все будет выглядеть в итоге, лучше будет увидеть своими глазами. Временно экспозицию 50-х годов мы хотим переместить в другой зал, чтобы все-таки у людей, когда будет здесь идти ремонт, все-таки была возможность посещать и смотреть, как люди жили в то время. То есть совсем убирать фонды и экспонаты мы на это время не планируем. И то, что касается комнаты 50-х, а вот зал истории города и завода, да, он пока уйдет у нас в архив, фонды, но потом мы будем смотреть, что и где можно применить экспонаты. Музей продолжит работу по тому же расписанию, как и раньше, со вторника по пятницу с 10 до 6 и по субботам с 10 до 4. Все программы, которые были запланированы, у нас пройдут и будут проходить и детские встречи, семейные субботы. То есть ремонт, он, ну, мы надеемся, не очень сильно повлияет на все это, потому что остальные залы, в принципе, у нас открыты и не меняются. Вот. И также планируем, что и ночь музея пройдет немножечко в таком необычном формате, но, тем не менее, мы все это планируем. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.